Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Сарафан ТВ. Бывшая участница шоу «Дом-2» Ольга Бузова, не раз становившаяся героиней скандальных событий, допустила очень неудачную для себя шутку в своем инстаграм-аккаунте. Как сообщает издание Nation News, свой пост в микроблоге она посвятила перенесенным страданиям от долгого авиаперелета. Опустошив тарелку с едой и облизав посуду дочисто, Бузова сопроводила это смешком про сравнение себя с блокадницей. Цитата. «Я блокадница». Пользователи сети не на шутку разозлились от нового пассажа Бузовой. В ее адрес поступили многочисленные критические замечания, но удалять свое творение Ольга не стала. В числе осудивших вызывающее поведение звезды оказалась и председатель общества ветеранов-блокадников Жанна Киселева. Цитата. «Бузова – никчемная актриса и совершенно никчемный человек. Она же не из настолько глухой провинции, что даже не знали, что была война и блокада, но показала себя безграмотной и непатриотичной. Я удивлюсь, как такие люди появляются на публике без знания своей истории, без знания войны, участники которой еще живы. Блокадников осталось лишь 12 тысяч, и такими оскорблениями их просто добивают», – высказалась Жанна. А как вы считаете, правильно ли поступила Ольга? Пишите в комментариях свои мысли. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь. Всего доброго!